Краснодарский край по сравнению с другими регионами больше всех призывает на службу. По итогам весеннего призыва 6620 кубанцев надели военную форму, что превышает намеченное. Кубанские призывники, как правило, дружны со спортом и хорошо подготовлены, а значит и служба им будет в радость. И Славянский район внес свой весомый вклад в реализацию задач по призыву. Напряженно поработали все задействованные в этом службы, чтобы обеспечить выполнение плана. И сейчас можно уже подвести итоги. Работа действительно была проделана большая. Причем эта работа совместно. Активное участие принимали в данной работе администрация муниципального образования, РОВД, другие структуры, центральная районная больница. Работали, в общем, слаженно. Задачи по призывы и отправки граждан вооруженной силы, поставленные военным комиссаром края, были выполнены. План призыва выполнен более чем на 100%. Вооруженные силы отправлено более 200 граждан, жителей Славянского района. Более половины призванных будут служить в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае. Около 80% в Южном военном округе. Очень много ушло воздушно-десантные войска, в части военно-морского флота, в части ракетных войск стратегического назначения, военно-космические силы, части войск Национальной гвардии и другие рода войск. Ребята шли в основной своей массе служить с удовольствием, с желанием служить. Востребованность наших призывников высокая, и очень важно, что они попадают в войска, которые отвечают их интересам. В настоящее время уже началась работа по подготовке осеннего призыва. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».